Клуб Надинг.ком представляет. И вот он я, директор клуба, такой я цветок и друг. Мы все поем песни. Если человека придавила железобетонная плита действительности, но не убила его, то он все равно может петь. Наверное, такие песни, как иногда поет Джон. Какая роскошная метафора! Железобетонная плита действительности. Какие богатые слова! Почти что как гомосексуализм. Но на предпремьерном показе автору она пришлась не по душе. Поэтому надо бы сделать небольшое дополнение к этому материалу для новой нерегулярной программы «В полдень интеллигента». Здесь есть песня, которую поет Джон, и инсинуации директора клуба. Джон. 1-9-9-9. Здравствуй, Люся. Сторона нетрезвости. Здравствуй, Люсь, как дела? Я привел тебе козла, чтобы с этого момента веселее жизнь текла. У него винтом рога и шершавые бока, и все достоинства при нем нету только молока. Не храпит он по ночам ходит по бледям, ему салям алейку, а он алейку масалям. По натуре оптимист, и хоть с виду не казист, оно споет тебе и спляшет, как заслуженный артист. Будешь ты его любить и капустою кормить, а чтобы от него не пахло, чёрт, с мылом будешь мыть, а устанешь от забот, смотри, как он косится, а на соседский огород. Ты купи ему гармоник и фуражку за фасон, и за тобой тогда пойдет он в трубы, воду и огонь. Никогда не даст пинка, не ударится в бега, и все достоинства при нем